Доброго утра, друзья. Вы представляете, вчера мы забыли закрыть куры. Просто я просыпаюсь, смотрю через окно в кухне, из кухни. Сейчас идет немножко дождик, и они попрятались. А вот там бегают наши куры. И мне сразу пришла мысль, я вспомнила, что вчера покормили, все, и они еще ходят у нас очень долго. Думаю, мы так всегда, уже когда темно, тогда уже идем закрываем, или я, или Гена. А вчера просто забыла. Иду и боюсь идти, потому что не закрыла сарай и не закрыла даже двери, которые из огорода оттуда. О, гусеньки мои, они здесь живые. Гусочки, привет, мои хорошие. Все нормально, да? Ой, я забыла вас закрыть. Забыла вас закрыть, могла бы лиса или волк прийти. Да. Но собаки вот здесь, то я не думаю, что пришли бы, но все равно переживала. И скольких утра вы вот так гуляете себе? С 5 или с 4 утра? Солнышко вышло. Дождик то сыпанет, то солнышко опять. Это хорошо. Идемте, я вам ведерко высыплю еды, вот здесь есть. И будете кушать. Цесаренька на месте. Павлинчики тоже. Пошли, гусеньки, купаться пойдете. Идем. Вот еще вчерашний хлеб, то, что я замочила, сейчас тоже нужно высыпать. Угу. Вот так и крутится хочет малявка. Ку-ку-ку-ку-ку! Пушистик! Идем, я тебе дам, идем. Идем, моя хорошенькая. На, бери, давай. Давай. Не будешь с руки? Боишься, да? Давай. Ой, какой вкусный. А сухой невкусный, да? У нас сегодня вторник, друзья. Да, вторник. В субботу была свадьба. И вы знаете, просто... Еще воскресенье были... Гости были уставшие такие, еще, знаете, это так себе. А уже вчера, уже под вечер, уже сегодня. Что-то не хватает, друзья. Просто плачем с Геной и все. Кушайте, курочки. Я знаю, что у них все хорошо, все замечательно. Но почему-то как пол сердца кто-то оторвал. Ой, слезы как-то сами текут. Не знаю почему. Покажу вам свой огородик. Напишите, кто отдавал своих детей замуж. Вам тоже так было?
оно пройдет или не пройдет, потому что очень тяжело. Я знаю, что они живы, здоровы, все у них замечательно, но скучаем, очень скучаем за нашей Марийкой. Что только два денечка ее нет с нами в доме. Она есть, но не с нами в доме. Ой, ну да ладно, все будет хорошо. Нужно держать себя в руках. Но просто подходят какие-то такие минуты, что я думаю, многие меня понимают. Я вчера уже посыпала, друзья, цибульку, чесночок. И очень хорошо дождик вот полил. Начала чистить клубничку вчера, уже это вечером. Несколько кустов. И сегодня уже дождь. Вот здесь с края, видите, так нужно всю будет пройти. Такой красивый денек, ветерочек есть, но тепло, нормально. Нету мороза, уже листики, видите, какие у нас. Это замечательная смородинка. Это, наверное, пораньше, так я такая ранняя, это позже. Потому что, видите, это вся уже в листиках. А тут нет. Так что идем. Небо красивое такое, хмурое. И вот с этой стороны какая уже зеленая трава у нас. Уже нужно Давиду будет ее косить. Тут-то тоже уже бруньки появляются. Да, видите, несколько тюльпанчиков, листиков вот появляются, потому что когда-то у меня тут были тюльпаны. Приехали мы с Мирославой моей в город, нужно по делам, то туда, то туда. Жизнь пошла своим чередом. Смотрите, погодка у нас сегодня, солнышко такое теплое. 66, наверное, показывает. И в магазин Target нам нужно там. Мирося хочет себе какой-то крем купить. И в Костко нужно бежать. Красиво сегодня, денек классный. Друзья, хочу показать, может быть, кому-то нужно будет. Вот у кого, у детей или взрослых, или у подростков такие прыщи, угры, как они там называются. Вот нам посоветовали такие вот крем у Мирославы. Когда-то очень было, очень-очень, это несколько лет назад. И ей помог вот этот крем. Так что покупайте. На полгода занимает сразу. Да, сразу не, да, не помогает. Сразу это занимает полгода. Три баночки, да. Да. Но очень помогло. Так что берите. Магазин Target. $30. Она есть поменьше, баночка за 15, но она берет большую. Так что надеюсь, кому-то Пациенты. Будет нужно. Возьму вот себе для тела, для мытья тела такой скраб очень классный. Это Мирося мне советует, потому что у нее есть такие, очень пахнет тело. И вот такой спанжик, да. Сейчас как раз скидка на стиральные порошки, на всякие. 10 берешь, и там гифт-карт дают. Ну, у меня пока то есть, то не буду. А. Это
Угу. Да, оно хорошее такое, я думаю, с другой стороны будет оно. Потянуло нас на уборку очень, Мирославу нашу. Вот взяли, потому что как-то у нас уже старенькая такая, чтобы пыль снимать. Это такая длинная палка, она делается длинная. И вот это очень, друзья, кому нужно, очень классная. Это фирма, она очень смачная такая. Комета обычный. А вот такие штучки нашла. Это в туалет, освежитель, ванную на клиренс. И эти на клиренс нашла. И эти тоже на скидке. Допустим, было 10, сейчас 5. Да, чтобы домик пахнул, да, уже Мирося будет сама убирать. То Марика помогала, а теперь уже сама. Ну, мама будет помогать. Так, и есть вот эта фирма еще. Всякие такие. Но я именно люблю лаванду. Оно такое вкусное. Не всякие запахи есть. И купим еще. Это что? О, да, как пахнет. То давай купим. Именно дауни. Угу. Это диваны пшикать. Да, знаете, лужки, диваны. Угу. Возьми баночку. И купим еще, пойдем. Там наши любимые конфетки. Может, тяжелая корзинка? Ну, добрый. Тележку, да, о, да. Не взяли тележку, потому что зашли только за кремом. А оказалось, что уже... потянула на уборку и полная корзинка. Уже перегружаем сюда, переезжаем. Людей совсем нет. Смотрите, пустой магазин. И вот, друзья, мои любимые конфетки. То ее, ну покажи. Все дуже его любят, так, из нашей молодежи. Ага. Я не люблю их, я вот такие. Когда хочется такого кисленького, они кисленькие. Да. Ну, сейчас попробую. Я себе вот эти возьму. Больше никаких не хочу. Все, едем, да? Уже пить. Так тепло, друзья. Как же красивенько. Ух ты! Слава Богу! А то всегда, ну, ветерок есть. А то невозможно было дождаться тепла. Вот только начинается у нас весна. Так, сок беру с собой. И это... Да, я свои, а ты свои, давай, ищи. Да. Все, тележку поставь. Но я не хочу сок. Уже, я думаю, буду с недели, друзья, сажать картошечку. Уже можно. Какой ветер. Все, остановилось. Смотрите, какие большие замечательные скидки. $10. Вот такие костюмчики Puma. Входит сюда футболка, штаны и вот такая кофточка с капюшончиком. Были они по $20. Вообще красивые. Это на 3 годика, на 5, на 2 есть. И для девочек тоже есть. Для девочек вот такая футболочка. А штаны идут как бы такие. Вот такие. Там где-то было написано, мне кажется, значок. А, есть вот. Такой костюмчик $10. Это очень-очень хорошо. Так что... Езжайте, покупайте, кому нужно. Что-то так потемнело резко в магазине. О, уже ярче становится, да? Вы можете себе представить, чтобы я и шла? Так, мне нужно вот это. И купила себе только один кост. Костка вышла с галлоном молока. Ну, это... Сейчас они на скидке $13, так они 21,50. Хочу попробовать их. Так, только М. Угу.
Вот такие 19. Только не вижу. Я чтобы был ларч, только М-ка и все. Это уже туча. Посидели с Мирославой как-то еще не отдохнувшие. В Костка. Она пиццу себе взяла, мороженца поели. И будем ехать уже мы домой. Я думаю, что будет дождик. Крем себе, друзья, купила в Костка. Хорошенький такой на кассе. Сказала женщина, что очень увлажняющий такой, очень хороший, китайский. Японский. О, японский.